I'm alive. Не перестаем делать смузи для всей семьи. Здесь у меня петрушка, шпинат, банан, сок апельсина и немного протеина веганского. Та-дам! Моя капусточка готова. Что-то я сейчас начала сомневаться, поместится ли она в холодильник. То есть 3 дня она у меня постояла под раковиной. Теперь поставлю в холодильник, буду потихоньку есть, пить. Поместилась баночка, супер. За что я люблю свой холодильник. Сейчас я буду делать салатик свой любимый капустный. Много зелени, много овощей. Это метелка. Сегодня такая прелестная погода на улице. Окно открыто, вообще не холодно, такая свежесть. Вовчик до сих пор спит. Зелень и капусту отправляю в чашку. И сейчас будем ее мять. Массаж делать капусте, как говорит Даша. Я надела перчатку, потому что у меня там палец порезанный, щипит. Так, хорошенько мнем вместе с зеленью. Вова, вкусно? Как Вова пьет капустный? Ой, почти весь выпил капустный квасик. Молодец. Хороший. Еще налить? Да. Да? Ну, молодец. Еще капусточку дам. Наклал капусточку и пьет. Да. Вова любит капустный квас. На здоровье, солнышко. Нам, кстати, вот бабушка Лиза, готов ей квас, она тоже любит квас. Да, я знаю. Поэтому я такую большую банку сделала. Чтоб бабуле дать? Угу. А почему вот капуста наверху, а вода внизу прям равномерно. Ну вот так вот произошло. Видишь, такой процесс брожения. Все выпил. Уже 2 стакана. Мама, я так рада, что у меня есть Вова. Да, мой хороший. На, покажи, как ты капусточку ешь, Вове. Вова. Я вымыла посуду после готовки. Приготовила не очень-то и много, но смотрите, сколько тут приспособлений. Терок от соковыжималки, блендер. На терке тереть сложно, я вот даже порезалась. А после электрической вот столько посуды. Но здесь еще блендер и соковыжималка. Все досыхает, потому что идеально не вытрешь. Пришел мой заказ. Что лучше всех есть во время карантина? Это полезные манты, пельмешки. Тут фалафель, пельмени с чечевицей и с нутом. И еще в подарок сложили такие пряники с корицей. Спасибо большое Вегэпу. Тут, в общем, мне привезли вот такие украшения красивые. Смотрю себе сережки. Сына, выключи пока звук, пожалуйста. Это все сережки. Есть вот кулончики такие. Это тоже, да, сережки? А, нет, это булавочки. Угу, брошь типа. Это тоже сережки. Классненькие. А сколько такая пара стоит? 15. Угу. Прикольно. Вот такой я себе кулончик купила. Так, это мой, который Мама, был. Включай. Сейчас. Нет. Примерила себе такие сережки. Мне нравится. Очень необычно. Есть еще такое красивое колечко. Это что за камень? Лунопрас. Не знаю, да, такое. Ну, в прошлый раз. У нас вот лабрадорчик.
Не жми, не жми его. Сколько тут всего. Вот в прошлый раз мне он такой понравился. Он очень красиво смотрится. Такой тоже симпатичный. В итоге купила вот такие вот сережки. Очень красивые. А колечко. Вот это кольцо я в прошлый раз взяла. Они мне оба очень нравятся. Вот это колечко с гранатом. Оно мне тоже очень нравится. Я у них самый первый их купила. Первый раз познакомилась с ребятами на выставке. И вот купила у них такое колечко. И заказала такой супер кулончик. Это цветок жизни. Смотрите, очень похож. Красота. И вот такой кулончик купила. Тоже мне понравился. Еще у меня было где-то кольцо с розовым кварцем. Я вот сейчас его искала, не нашла, хотела показать. Надеюсь, что я его не потеряла. Вот. Ссылочку на ребята ставлю вам внизу. Просто потому, что они мне действительно очень симпатичны. И мне хотелось, чтобы узнали люди о таких классных работах. Как вам? Мы собираемся с мальчишками чуть-чуть погулять во дворе. Перед выходом хочу вам рассказать про свою одногруппницу Кристину, с которой мы учились вместе в институте. Она уже за эти года, что мы не виделись, успела попутешествовать по всему миру, была в Америке, в Израиле, в России. Остановилась сейчас в Израиле, вышла замуж. Вот, и хочу сказать, что у Кристины не очень простая судьба. Она не может ходить, прикована к коляске, но при этом не ограничена в мышлении. Она очень развитый человек. Всегда ее уважала за ее ум, за ее рассудительность. Очень классный собеседник она была еще тогда, в те годы, наши зеленые. И сейчас, кстати, она закончила еще магистратуру, психологию. В общем, она человек, который развит во всех сферах. И психолог из нее тоже очень хороший. Вот. И хочу порекомендовать вам ее канал. У нее есть свой канал. Она преподает, по-моему, еще английский, психологию. Обращайтесь к ней, подписывайтесь на ее канал. Ссылочку вам оставлю под видео. Кристине передаю большой привет. Обнимаю, скучаю, целую. Клим ушел гулять. Я Вовусика укачала. Стирку не выдержала юбка, поотваливались шарики. А вот смотрите, сколько настирала. У меня там в сушке еще белая сушится. Вот эта вот юбочка моя красивая. Придется зашивать вот эти бубоны. Вот светлое белье закончилось, буду раскладывать. Тут ночные жмурки. Да, Даша, ты за зону вышла, ты проиграла. Даша, все! Вовчик доволен, за пилотиком лазит. Где-то нашел ему косточку. Нет, это пилотик от него косточку прячет вечно. Он за ней. Эй, ты хороший! А у меня большая стирка, пошла вешать белье. Стирки много, потом будет много глажки. Пойдем. Ой, ты мой зайка. Куда нести? Показывай. Веди меня. Туда, да. Вон. Вот, да. Я сушилки не сушу сейчас. Не знаю, почему. Не хочу я, чтобы она сейчас всю ночь там барабанила. Я вот сейчас повешу. Потому что если не вытащишь вовремя с сушилки, как только она закончилась, то будет оно опять мокрое. Я лучше сейчас повешу и буду спокойно спать. Саня сейчас пришел с работы и сообщил мне, что нас скоро загоняет на карантин такой, что мы из дома не сможем выйти, неизвестно на сколько дней. И я сейчас хочу освободить балкон, чтобы хотя бы дети дышали свежим воздухом на балконе. А что делать? Другого выхода я не вижу. Вова, вот это вот все сейчас нужно будет отвезти в гараж. Вот, развожу по пакетам, выкинуть это. Жалко выкинуть, потому что, блин, я все это собирала, отмывала. Thank you.
думай, Дуду хорошенький. Дуду, Дуду. Дуду сломали, Дуду что? Нет, давай включу. Клим ушел в твоей шапке на Клима шапкой. Да налезь-то она на тебя. Нормально. Зато голова, да. Умно. До скорого. Пойди, поехали. Клим не обидится, надеюсь. Наоборот, поржет. Упаковали весь мусор и то, что надо отвезти в гараж. Не знаю. А, машина. Захотел Сашенька покушать хлеба. Да, реально. Это единственная пустая полка. Нет, нет. Последний забрал лаваш, думаю, завтра что-нибудь завернем, там сделаем, на гриле что-нибудь пожарим. Взял рыбки, завтра будешь? Не будешь? Нет, я точно не буду. Сейчас все засомневаются. Много хлеба, а? Да, хлеба нет, представляете? Зачем так много? Вот есть черный хлеб, это что за хлеб? Говорят, от хлеба. Фруктово-ореховый ржаной хлеб. Интересно. Без дрожжей на закваске. Что такое ржаной? Возьми, на. Не-не-не-не. А что? Не хочу. Вовочка, как их угомонить, этих малышат? Мама, я хочу, чтобы он меня тоже спас. Ну давай, все, я сейчас вас буду спасать. Вовочка, давай говори всем бай-бай. Пока-пока. Мама, он меня тоже. Не е, а пока-пока. Мама, он меня тоже. Мама. Да. Молодец. Вова, к Тимотику говори пока. Всем пока-пока. Молодец. Замочила гречку на завтра. Раньше я всегда противилась замоченной гречке. Мне почему-то нравилось больше вареная. Но сейчас я разницы не вижу. Просто подогреваю. И очень вкусно получается. Полежала на валике, хочу сварить компотик, чтобы у меня был. Порой Вова ночью просыпается, что-то кушать хочет, я ему даю.